Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Мы вместе с семьей решили провести, ну скажем так, небольшие выходные в Карелии. И, конечно же, я вам покажу номер, в котором мы остановились. Стоимость его составляет 5000 в сутки. А вместимость его где-то вот, ну, как раз 4, максимум, наверное, 5 человек. Вот, а здесь такое окошко с выходом на озеро и место для барбекю. То есть у каждого отдельный свой вход и место, где можно пожарить что-либо, шашлык или что-то такое, да. То есть вот такой вот отличный номер. Здесь кухонька получается, кухоньку мы рассмотрим с вами чуть позже. И, конечно, есть санузел, тумба, раковина, как обычно все, зеркало, да. Водонагреватель есть, вода здесь идет питьевая. То есть можно кипятить воду в чайнике и обычная вот такая душевая. Все очень чистенько. Эти корпуса, я так понимаю, достаточно новенькие. Поэтому, ну, вообще, в принципе, все очень чистенько. Нам очень здесь понравилось. Здесь идет лестница на второй этаж. И на втором этаже, ну, как бы предполагается, такая спальня. Здесь три, получается, односпальные кровати. И тумбочка, и маленькое такое окошко, розетки около каждой кровати, и вот такой вот симпатичный вид из окна, прямо на озеро, очень, ну, вообще место достаточно классное, нам очень здесь понравилось, и соседи, кстати, вообще не слышно, хотя у нас там рядышком были дети, их не слышно. Вот полотенца тоже предоставляются. И покажу здесь вот, где санузел, здесь вот такой вот шкаф с дополнительным постельным бельем для тех, кто, ну, на первом этаже на диванчике будет спать, да. И вот такая вот тоже, ну, как вешалка, да,
самая обычная, простая. Но все такое очень новенькое, не знаю, чистенько. Все очень прям нам даже понравилось здесь вот. Постельное белье. Постельное белье, кстати, из Икеи. И многие постельные принадлежности тоже из Икеи. Ну и вот так вот это все выглядит. Такой небольшой, но достаточно уютный, на мой взгляд, номер. Давайте с вами еще посмотрим кухню. Есть микроволновка, холодильник с морозильной камерой, вот, который хорошо работает. Дальше вот такая вот маленькая. Это просто электрическая плитка. Чайничек заварочный. Чайник электрический. Тут доски, в принципе, все, что нужно для проживания, здесь есть. Это уже наши покупки. Вот. Здесь сама мойка, мусорное ведро, соответственно, и принадлежности здесь на четверых. То есть 4 вилочки, 4 ложечки и так далее. Шампура даже есть для мангала. Вот здесь ящичек такой пустой. И есть, ну, такой минимальный набор. Терка, там какие-то мисочки, сковородка новенькая и ковшичек, кастрюлька маленькая. То есть, в принципе, для того, чтобы что-то такое по-быстрому приготовить, здесь все это есть. И наверху вот тоже чашечки, тарелки тоже вот на четверых рассчитано, да. Даже стопочки есть, стопочки, рюмочки, да, маленькие. Вот, так что... В принципе, здесь все для того, чтобы прожить какое-то время, да, и все есть, и не нужно с собой также тащить посуду. Вот, и вот такое вот местечко для барбекю, скажем так, вот это сама база. Есть отдельные здесь домики стоимости, я их не знаю, вот это где мы живем. То есть у каждого, кто здесь проживает, отдельный вход и место для того, чтобы сделать барбекю, шашлык, просто посидеть на улице. Это на самом деле очень здорово. Вот видите, у каждого здесь, то есть каждый как бы в отдельном таком домике, но при этом не совсем в отдельном домике. И здесь также есть баня на плаву, в которую мы тоже обязательно сходим. И стоимость ее составляет 2000 рублей. Вот, но там тоже все есть, даже веничек вам дают. И, конечно, здесь вот те, кто приезжает с лодками, можно сюда все это спустить и поехать на рыбалку. Вот, очень красиво здесь. Я вам название самой базы и оставлю внизу в инфобоксе, потому что меня часто спрашивают, а я на самом деле спустя какое-то время, конечно же, забываю название, поэтому информацию вам оставлю внизу в инфобоксе. Но место нам очень понравилось. Здесь люди, которые постоянно сюда приезжают, то есть приезжают именно на эту базу, им очень нравится. И здесь, кстати, не работает сотовая связь от слова совсем, но есть Wi-Fi, который предоставляет сама база. Сидим, отдыхаем, да? Наши? В Карелии. В Карелии, да. Наши мужчины поехали на рыбалку сразу же. У нас не получилось, потому что там забор и там очень много деревьев. Да, мы хотели пойти за грибами. Но там забор. У нас ничего не вышло. И там очень много деревьев. Да, нам не пройти было. Так что мы без грибов. Может, рыба наловит нам. Там. Ага, там я видел очень много маленькой рыбы. Угу. А вон там озеро. Да, озеро. То, что мы сидим тут. Солнышко хорошо, да? Скоро чай заварится. Да, поставили чайник, потом чай пьем. Пока мальчишки наши старшие ходят. Точнее, плывут на лодке, взяли с собой лодку, удочки. Лео чипсы взял. Да, чипсы взяли, попить взяли, уехали. В общем, вечером вернуться, да? Ну, завтра. Завтра вернуться, конечно. Да. Думаешь, на ночь уехали? Папа сказал, на ночь. Да? Да. Ну, ладно. Мы с тобой вдвоем тут будем. Кайфуть. Кайфовать, да? Сидим тут, чаевничаем. Мои любимые. Да. Вот с такими штучками. Как это? Зефирки, да? Маршмеллоу. Это маршмеллоу. Маршмеллоу называется. Чаек себе заварили. Тут чипсы у нас вот такие вкусные. Такие вредные, но очень вкусные. Вот. И вот такие хлебцы.
У меня такие хлебцы любил Лёва, старший мой сынок, когда был очень-очень маленький такой. Помню, продавался у нас был недалеко магазин «Карусель», мы жили тогда в квартире. Мы туда ходили, я ему все время покупала. Они так ему нравились, вот эти лепешечки такие воздушные, видите? Просто он их обожал. Сейчас мы заезжали в Ашан, в магазин, вот, по дороге, и купили вот такие, вспомнить Лёвиное детство, да? В общем, пьем чаек, пока наши мальчики работают, да? Мы с тобой молодцы. За грибами не пошли. Горяченькие. Горяченькие. Сидим, вкусняшки лопаем. Да? Вкусно? Да, и вот такая тут красота. А это мы уже на следующий день решили съездить прогуляться. Здесь есть такой остров. Я забыла название, но подпишу вам его внизу в инфобоксе. Он недалеко от этой базы. Можно, по-моему, даже на лодке доплыть, но вроде здесь не разрешают так делать. И здесь такой заповедный как бы остров. Тут большая популяция зайчиков. Вот я, кстати, нашла здесь белый грибок. Конечно же, как я могу поехать в Карелию и не пройти по лесу, не поискать грибочки. Это белый, он же боровик называется. Вот, и на этом острове есть какие-то, не знаю, я не знаю их названия, конечно, виды мхов или лишайников, которые какие-то редкие там и так далее. То есть здесь такая очень уникальная природа, и на самом деле так оно и есть. Здесь очень красиво на этом острове. Вообще я обожаю природу Карелии. Я не знаю, вроде мы недалеко живем, но это какое-то, я не знаю, наверное, место моей силы, что-то в этом духе, потому что я очень заряжаюсь, когда приезжаю в Карелию, и потом, не знаю, на весь год просто в потрясающем настроении. Мы здесь просто гуляли, но я попутно, конечно же, набрала немножечко, совсем чуть-чуть грибочков, вот, но цели как таковой не было, мы просто решили посмотреть сам остров, и на этом острове можно ходить только пешком, хотя здесь, ну, я так понимаю, работники, да, какие-то, они ездят на машине, но мы ходили только пешком.
вот мой совсем маленький улов с этого острова. Это у нас подосиновик, он же красненький, его называют. Два белых, они же боровики, у них разного цвета шляпки. И один подберезовик я нашла. Это вот второй маленький беленький, который я вам уже показывала. Вот, и подберезовичек. Вот, ну, конечно, куда я без грибов? Мы потом, когда ехали уже домой, мы, конечно, остановились в лесу и пособирали грибы. А здесь начался как раз дождь, и мы в это время решили пойти в баньку сходить, посидеть немножко, попариться, тем более дети у меня, да все мы очень любим баню, поэтому решили сходить. Но дождь такой достаточно хороший, прям проливной был. Вот, и в дождливую погоду как раз самое то для баньки. Вот такая банька, ее на самом деле немножко покачивает на волнах, то есть реально как будто вы находитесь в лодке. Очень на самом деле классная история. Вот так вот она выглядит, то есть за все это вы платите 2000, и здесь в принципе все предоставляется, и веник, и все здесь есть, и чайничек, и чашки какие-то, и ну для того, чтобы посидеть, попить чай. Вкусная вот такая душевая на два душа здесь. Тоже все очень чистенько. Они убирают после каждого посетителя бани. Все прям очень нам понравилось. И вот такая сама как бы парная, или как это правильно назвать, это у меня уже младший мой сидит вовсю. Вот, и, конечно же, мы взяли чай, чай, правда, у нас обычный, не знаю, в следующий раз, когда поеду, обязательно какой-нибудь с собой вкусный травяной чай возьму, но обычный чаек тоже отлично. И как раз с этого островка, с этой бани, тут я немножко напарившись, есть такой выход прямо в это озеро, то есть вот мои мужчины как раз-таки ныряли в это озеро после парной, но я как-то вот не решилась, девочки, вода на самом деле холодная, но я не такая закаленная, как мои мужчины, но они с огромным удовольствием это делали. Вот, ну и вечером после баньки мы решили пожарить шашлычок, тут и сосиски, которые у нас уже и на завтрак потом, и на обед, в общем, мы так питаемся таким, что есть. Вот, и уже, видите, погода стала хорошая, и как раз самое то посидеть и поесть вкусный шашлык. Там тут гости, кисонька пришла. Ой, я боюсь. У меня ничего нет, я ей только колбаски. Колбаски могу дать кисоньке. Он какой киса. Большой мальчик. На тебе еще. Такой диковат, но в дом зашел. Голодный, наверное. Тоже четвертый кусочек ему дала. Наверное, не стоит колбаски много кушать. Все, кисуля, не дам больше, мне нету. Вон там кусочек доедай. Вот ты какая кисуля, вот ты какая. Все, иди, кисуля. Иди, четыре кусочка тебе дала, и так много. О, какой ты огромный. Вон пузико у тебя. Не худенький такой мальчик, да? Все, иди. Иди дальше, к следующему дому. Да, кисуля? Какой классный кошак, девочки. Смотрите, какой красавчик. За колбаску поснимаешься, да? Красавец какой. Обалденный. Да, такой прям красавец. Все, больше не дам. Колбаски так-то много нельзя есть котам, да? У меня нету больше. Последние кусочки ему отдала. Колбаски. Да, хороший. Путешествие наше было совсем небольшое, здесь мы уже едем домой,
И всего лишь 2 дня мы побыли в Карелии, но прям все перезагрузились, все отдохнули, и это очень-очень здорово. Обожаю природу Карелии. Не знаю, прям с удовольствием бы жила бы, наверное, здесь. Вот. И Питер нас, как всегда, встретил таким проливным дождем. Так что едем домой.